відмовлятись від шкідливих звичок легше разом. Якщо, наприклад, кинути палити ви запропонуєте і своїй другій половинці або кращому другу, результат не забариться. А якщо робитимете все наодинці, то змінитись буде набагато важче. Переймаємо лише корисні звички разом з програмою «Формула здоров'я». Ми завжди на вашому боці. На руках людини знаходиться до 200 різних видів мікробів. І якими б любителями чистоти ми не були, повністю позбутися від небажаних співмешканців не вдасться. Більше того, якщо зловживати антибактеріальним милом, то можна зашкодити здоров'ю. В погоні за чистотою імунна система значно слабшає. Шкіра рук висихає і стає вразливою до мікроорганізмів. Мікроби – наші супутники по життю, але їх кількість навколо себе можна значно зменшити, якщо знати, де їх шукати. У власному будинку відчуваєш себе захищеним від усього світу. І навіть від мікроскопічного. Але це зовсім не так. Небезпечні бактерії ховаються усюди. І найбільша їх кількість інколи зосереджена в найнеочікуваніших місцях у вашому будинку. В підвалі, мабуть. При вході більше всього грязне місце. З вулиці приносиш мусор, а потім йде, думаю, що... Ванна, потому что там все моешь. Я думаю, в кухне. Да, потому что там едим, просто на крошки не все уберешь. Туалет, наверное. Наверное, коридор. У кожній кімнаті в будинку знайдуться речі, на яких живуть мільйони бактерій. Отже, технічні пристрої. Телефонна слухавка, пульт від телевізору, комп'ютерна клавіатура. Остання, до речі, займає лідируюче місце серед найбрудніших технічних девайсів. Залишки їжі та бруду місяцями накоплюються в пристрої, а робота за комп'ютером з брудними руками залишає на клавіатурі мільйони бактерій. Необхідно регулярно протирати технічні пристрої, якими користуєтесь, вологими антибактеріальними серветками. З комп'ютерної клавіатури хоча б один раз на місяць в прямому сенсі витрушувати залишки бруду. І, звичайно, сідати за роботу з чистими руками. Це таке діло, вбирати всім треба. Сейчас даже не получается раз в неделю. Обычно раз в неделю, но сейчас что-то с возрастом не получается. Ну, генеральная уборка каждую неделю. А так, пыль вытирается каждый день, это обязательно. Каждый день, потому что у меня дети. Ну, два раза в неделю, как стабильно. Ну, каждый день, наверное, понемногу, чтобы не собирать это на выходные. Обробна дошка стоїть у лідерах найбрудніших речей у будинку. Під ризик потрапляють саме дерев'яні дошки. А джерелом забруднення найчастіше стають овочі, ягоди та зелень. Промити дошку однією лише водою недостатньо. Її рекомендується чистити щіткою та милом або протирати 5-відсотковим розчином осту. Кухонна губка. На ній після використання збирається величезна кількість бруду та мікробів. Змінювати кухонну губку рекомендується 1-2 рази на тиждень. А після кожного використання ретельно промивати миючими засобами. Ну, убираю кусками, як можу, як себе чувствую, убираю там, убираю кусок, наприклад, окно і возле окна, а потім ще. У мене все виходить швидко, не знаю, от. Ну, кухня більше всього, да, бере времени. Я спочатку делаю одно, потім друге, вода завжди гаряча должна бути, і обов'язково з яким-небудь моючим средством. Мені подобається убирати в домі. Корзини для сміття, розсадники мікробів. Чистити ємності для відходів необхідно 2 рази на місяць спеціальними дезінфікуючими засобами або хлоркою. Подушки можна назвати покладами пилових кліщів та відмерлих клітин шкіри людини. Кожного дня збивайте подушки та мінімум раз на місяць провітруйте їх на свіжому повітрі. Але найбільше мікробів, як встановили вчені, знаходиться не на предметах у будинку, а на нас самих. І не дивлячись на те, що повністю позбутись від мікробів в домі, ми не зможемо. Регулярне прибирання – запорука здоров'я. Чисто там не там, де вбирати, а там, де не сорять. Процес утворення меланіну, природного пігменту людини, пов'язаний з діяльністю ендокринних залоз.
При ряді гормональних розладів, а також інколи під час вагітності, спостерігається порушення пігментації шкіри і волосся. Встановлено, що утворення меланіну контролюється головним чином гормонами. А так як процес гормонального контролю вченими повністю не з'ясований, невідома і поведінка меланіну в організмі людини. Але медицина знає точно, що його надлишкова виробка може стати причиною захворювань. Яких? Далі у сюжеті. Не існує на світі людей, чиє б тіло було повністю позбавлене родимок. Ця риса організму закладається в людині генетично і ще з самого народження. Або ж виникає на протязі життя, але під дією зовнішніх факторів нешкідлива родимка може перетворитися в злоякісну пухлину. Родимка – це доброякісне новоутворення шкіри, що містить в своїй основі клітини-меланоцити. Якщо травмувати родимку, це може стати причиною виникнення пухлини. Признаки, которые должны вызвать беспокойство, следующие. Это увеличение, изменение размеров родинки, любые изменения их формы и структуры. Имеется в виду покрытие чешуйками, шелушение, кровотечение, любое стечение жидкости. Сергій Замчій, керівник медичного центру «Сімейна консультація», лікар-дерматолог першої категорії. Особенно опасными являются родинки, которые имеют темный коричневый цвет. В этом случае родинки должны быть проверены на злокачественность. Здоровые неизмененные родинки не подлежат обязательному исследованию. В некоторых случаях и даже здоровые родинки должны быть обследованы. Имеется в виду та ситуация, когда они имеют большие размеры и находятся в зоне постоянной травматизации. Предотвратить появление новых родинок невозможно. Но появление, множественное появление новых родинок требует обязательно их диагностики. Методи діагностики, які застосовуються в медичному центрі «Сімейна консультація». В нашем центре диагностика новообразований кожи производится самым современным, безопасным способом или методом цифровой компьютерной дерматоскопии. Необходимо сказать, что медицинский центр «Сімейна консультація» первым в городе начал массово использовать данную методику. На сегодняшний момент нами обследовано около 12 тысяч пациентов. Дерматоскопия, або як проводиться діагностика? Дерматоскопия – это визуальный метод. Конечно же, определить новообразование на коже можно и невооруженным взглядом. Но, используя особый прибор дерматоскоп, врач получает многократно увеличенную картинку родинки. Это позволяет основательно изучить ее симметричность, структуру и однородность границ. Если родинка несимметрична, имеет неоднородные границы и неоднородную структуру, это позволяет говорить о том, что она потенциально опасна. Более точно сказать об этом позволяют цифры. Дело в том, что каждый участок родинки оценивается в баллах. Уникальность данного метода заключается в том, что теперь оценить состояние родинки можно на самых ранних стадиях ее развития, чего невозможно было сделать ранее. Раньше это было возможно лишь на основании исследования тканей после их удаления. Як підготуватися до дерматоскопії? Никакой специальной подготовки не требуется. Обычные косметические средства безопасны, и поэтому на результаты исследования они никак повлиять не могут. Эффективность дерматоскопии. Почти в 80% случаев диагноз подтверждается клиническими исследованиями. Поскольку метод визуальный, то и противопоказаний к нему нет. Однако применяется он только на ранних стадиях развития. На более поздних стадиях развития уже отсутствуют основные признаки, которые свойственны для этого метода. Як самостійно визначити, коли варто звернутися до дерматоскопії? Если нет видимых изменений в форме и структуре родинки, и она вас никак не беспокоит, то и в исследовании нет необходимости. Однако существуют так называемые беспигментные родинки, и они требуют особого подхода. Поэтому с целью профилактики мы предлагаем пройти процедуру обследования всем пациентам. Особенно это касается тех, у кого количество и качество родинок все-таки вызывают беспокойство. В народі говорять, якщо у людини багато родимок, вона буде щасливою. Але в цьому випадку важливо знати головне, що ваші родимки доброякісні. Що
Що робити, коли ваша дитина скаржиться на біль у животику? Про причини, які викликають неприємні симптоми, і про все, що потрібно знати батькам, розкаже Катерина Савицька. Кандидат медичних наук, асистент кафедри педіатричної гастроентерології та нутриціології Харківської медичної академії післядипломної освіти, лікар-паразитолог, дитячий гастроентеролог вищої категорії. Добрый вечер, Катерина Владимировна. Когда ребенок жалуется на боль в животе, что в первую очередь должны знать родители? На что обращать внимание? Добрый вечер, Леночка. В первую очередь родители должны понимать, адекватную ли они дают ребенку физическую нагрузку, как ребенок соблюдает характер и режим питания. Потому что в основном детки кушают в лучшем случае чуть-чуть утром, потом родители дают им с собой деньги в школу, на которые дети покупают довольно-таки неполезные продукты, включая чипсы, жвачки, сладкие напитки с газом. И затем ребенок уже кушает вечером, чаще всего это меньше, чем за 3 часа до сна. Поэтому прежде всего характер, режим питания, характер, режим дня. Поэтому зачастую родители сами причина тому, что у деток появляются какие-то боли в животике, либо неприятный запах изо рта. Родители не всегда, особенно уже у деток более старшего возраста, контролируют за наличием, характером стула ребенка, что очень часто играет значимую роль. А какие причины, собственно, вызывают боли в животе? Причин может быть довольно-таки много, и этиологические факторы, они разнообразны. Питание мы уже обсудили. Очень часто родители залечивают деток и дают им неадекватную медикаментозную нагрузку. Очень часто у деток бывают нервно-психические напряжения. Родители не всегда отдают себе отчет в том, как они кормят деток. Есть ли какие-то у деток проблемы со сверстниками, как они общаются со сверстниками. Не всегда. Когда детки соблюдают гигиенические правила, правила личной гигиены, поэтому сейчас в настоящее время очень часто наблюдаются и паразитарные заболевания у деток, которые имеют, они как большая обезьяна, нету какого-то патогномоничного или особенного симптома, который указывал бы на наличие этих заболеваний. Поэтому причин может быть очень-очень много, и любую причину мы можем взять как основополагающую. А давайте поговорим про те заболевания, как вы сказали, которые вызывают, собственно, боли в животе. Мы не можем сказать, что есть какие-то заболевания, которые вызывают боли в животе, потому что боль в животе – это симптом, это он относится к болевому синдрому, и это уже следствие, это результат, это наличие проблемы, которую необходимо решать, выявлять и вовремя диагностировать. Необходимо обязательно проводить в школах то, что сейчас проводится в настоящий момент, профилактические осмотры деток. Но также необходимо родителям и самим акцентировать внимание на здоровье деток, потому что очень часто, когда у ребенка появляются какие-то боли в животе, может быть реакция родителей вариабельная. Первое, ничего страшного, второе, что ребенок придумал сам, и третье, дать какую-нибудь таблеточку, чтобы оно все прошло. На самом деле ни в коем случае этого не нужно делать, обязательно нужно для начала обратиться к участковому педиатру. Сотрудники нашей кафедры консультируют абсолютно во всех поликлиниках города Харькова, поэтому либо уже сразу идти к узкому специалисту, в нашем случае к детскому гастроэнтерологу. Также очень часто, когда родители могут давать какие-то анальгезирующие медикаменты, они могут смазать картину какой-то хирургической патологии, потому что под маской острой боли, особенно которая появилась впервые, возникла впервые в животе, очень часто может скрываться какая-то хирургическая патология. Поэтому самолечением не стоит заниматься ни в коем случае. Очень много описано и в интернете. Какие-то жалобы, какие-то лечения, какая-то клиника. И родители пытаются детей лечить тоже сами. Хочется попросить, что не стоит этого делать, потому что каждый специалист должен заниматься своим делом.
А если сильная боль, допустим? Вот давайте поговорим о характере боли. Вот, допустим, если сильная боль, что необходимо сделать родителям? Ну, может быть, тогда не таблетку предложить ребенку, а что-нибудь другое, правильное расположение тела или, может быть, правильное питание какое-то, чтобы облегчить боль самостоятельно. Вот есть ли какие-то секреты такие? Ну, на самом деле таких секретов особых нету, потому что если мы говорим об острой боли в животе, это прежде всего консультация детского хирурга. И никакие самостоятельные положения, никакие анальгизирующие медикаменты ни в коем случае не должны применяться родителями. Боли бывают абсолютно различные. Если ребенок поел и жалуется на тупую боль, на давящую боль после того, как он покушал, то есть, естественно, это уже проблема будет детского гастроэнтеролога, и с этой проблемой мы все справляемся. Но родители должны понимать, что виною этому всему это неадекватное питание, характер и режим питания. Потому что питание – это основополагающее. Никто из деток не кушает до прихода к гастроэнтерологу по 5-6 раз, как они должны кушать в течение суток. Вот да, расскажите, как правильно питаться? Не соблюдается водно-питьевой режим у деток. Детки кушают утром, потом в лучшем случае они что-то перехватывают на лету в школе, и затем они приходят домой и потом тоже что-то кушают, либо уже перед сном наедаются все члены семьи, потому что все собираются за ужином. Это абсолютно неправильно, потому что утром преимущественно должна быть пища белковая, потому что это строительный материал на весь день. Обязательно должно быть горячее в рационе ребенка. Ни в коем случае не переедать. Смысл любого питания часто дробно по чуть-чуть. Ни в коем случае нельзя кушать и наедаться перед сном. И желательно, чтобы хотя бы раз в год или два раза в год проходить обследование, делать ультразвуковую диагностику, сдавать анализы, чтобы все время мониторировать общее состояние ребенка. Потому что легче сделать какую-то профилактику, предвосхитить какие-то события, чем потом лечить. А вот из вашей практики часто бывает, что родители не обращаются вовремя к врачу и таким образом доводят до критического состояния. Часто бывает? Или все-таки у нас в городе, в стране больше тенденция такая, что ну, родители знают, вдруг заболел животик, сразу к врачу? Вот вы знаете, чаще всего наблюдается все-таки второй вариант. Я не знаю, как во всех городах нашей страны, но в нашем городе в основном родители следят за здоровьем своих деток. Конечно, допускать можно до какой угодно границы, пределов, но родители очень часто обращаются, даже если у ребенка где-то что-то кольнуло или появился неприятный запах изо рта или задержка стула, то есть родители обращают внимание, приходят и мы начинаем разбираться с этой проблемой. Вот когда пришли к доктору, какие анализы необходимо сдать, то есть чтобы знать уже заранее, для того, чтобы диагностировать вот какое-нибудь заболевание? Все анализы сдаются очень индивидуально по рекомендации врачам, потому что даже при проведении ультразвуковой диагностики органов брюшной полости врач-гастроэнтеролог решает, нужно ли проводить с нагрузочной пробой, либо это обзорный будет осмотр. В каждом случае это решается индивидуально. Поэтому родители, вычитывая из литературы, из интернет-данных, они могут приходить уже с какими-то анализами, с той же капрограммой, с тем же анализом кала на яйцам гельминта и цисты Лямблии, с сососкобом на энтеробиоз, клинический анализ крови. Это основные рутинные методы обследования. Но все-таки их тоже должен назначать доктор, который в дальнейшем будет заниматься терапией этого ребенка. Спасибо большое вам за беседу. У студии с нами была Катерина Савицька, кандидат медичних наук, асистент кафедри педіатричної гастроентерології та нутриціології Харківської медичної академії післядипломної освіти, лікар-паразитолог, дитячий гастроентеролог вищої категорії. Бажаємо, аби у ваших дітлахів ніколи нічого не боліло, а всі можливі неприємності вам доводилось переносити легко та швидко.
сподіваємось, що до наступної неділі ви переглянете свій звичний спосіб життя і спробуєте в ньому щось змінити на краще. А наступного разу ми дамо більше корисних порад, які зможуть вам знадобитись. З вами була програма «Формула здоров'я» і я, Олена Павличенко. Будьте здорові!